Первоуральске дан старт отопительному сезону в жилом фонде. Тепло доведено почти до 1500 многоквартирных домов. Помимо этого, батареи уже работают почти в 200 учреждений социальной сферы. Отопительный сезон для жилого фонда начался 15 сентября до точки подключения, то есть до входа в дом. Тепло уже запустили к 462 домам. За подачу тепла непосредственно в квартиры по этим адресам отвечают управляющие компании. График запуска отопления опубликован на сайте городской администрации. Если в назначенные даты тепло не появилось, жителям необходимо обращаться также в управляющую компанию. При этом городские власти отмечают, что если решать вопрос с коммунальщиками не удается, первоуральцам нужно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 66 48 08.